Не все знают, что из косточки авокадо можно вырастить большое, красивое, экзотическое дерево. Укоренить косточку можно так называемым закрытым способом. Нам понадобится горшок земли и банка. Протираем косточку тряпкой, чтобы удалить белый налет. У семени авокадо есть полярность, поэтому втыкаем косточку в землю тупым концом. Из него появятся корни. Поливаем. Для создания парникового эффекта накрываем будущее растение банкой. Авокадо растет быстро, уже через неделю появится росток, и банку можно будет снять. А через некоторое время из этой косточки у вас вырастет дерево.